Всем привет! Приехали мы, давно я хотел сюда попасть, и давно меня сюда звал один человек, тоже хороший. Наконец я сюда попал, мы тут оторвались, покатались. Я хотел бы вам это просто показать, быстренько, как это здесь происходит. Вот такие вот гоночки. Машинки эти электрические. И это, кстати, детская часть этих гоночек, потому что на взрослые я хотел заснять, но что-то там сейчас... А вон они, кстати, поехали, смотрите. Так, сейчас пойдем взрослые покажем. Здесь у них скорость на 10 миль в час меньше. Они называются типа Junior или как-то так. А вот там поехали кататься уже по-крупному. Вот здесь вот тот вход. Дают вам шлем и такую шапочку, чтобы шлем, короче, не надевать на просто на голову. И вот они здесь, вот их здесь выпускают. И они тут начинают сумасшедшие гонки. Все, сейчас они поедут. О, поехали на полную, все. Один что-то застрял там. Оп. О, все. Поехали. О, вот все, самая жесть началась. Ну вот опять там кто-то что-то запоролся. Не дают нормально заснять гонку. Все время там что-то происходит. Короче, они походу изменили сторону. Мы здесь гоняли на взрослых, но теперь здесь вроде бы детские. А не детские, так сказать, как раз таки теперь с этой стороны. Сейчас. Во! Вот оно. А, ну действительно, я еще подумал, что-то они быстро едут как-то. Ну а вот здесь они все усаживаются. Несколько рядов их готовят, все садятся. Ну и потом по команде выезжают уже на круг. Вот такая вот интересная вещь. А вот и шлемы, которые я тоже на голову надевал. Там ремни безопасности, шлемы, в общем, все по полной программе, полная экипировка. В общем, тут не детское развлечение явное, хотя вот именно для вот junior вот это вот есть, для детей, где скорость пониже.
Ну вот так, господа. Все. Пока.